В мире активно комментируют концерт, который провел освобожденный от террористов в сирийской Пальмире симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Телекомпания CNN отмечает хорошую организацию мероприятия. Много внимания было уделено безопасности. Журналистов на всем протяжении пути из Латакии обратно сопровождали российские боевые вертолеты. Fox News подчеркивает, что концерт призван был продемонстрировать роль России в Сирии, показать, что она несет с собой в эту страну надежду и стабильность. Об этом же только в других выражениях пишет «Нью-Йорк Таймс». Газета обращает внимание, что террористы расстреливали в Пальмире людей, а теперь там играют Баха. Россия тем самым дает понять, что сражается на стороне цивилизации против варварства, пишут журналисты. В администрации США приветствовали проведение концерта. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер признал, что в музыке нет ничего плохого. Мы счастливы увидеть, что граждане Пальмиры теперь испытывают облегчение. Что касается оркестра, играющего там, у меня нет каких-либо комментариев. Я никогда не буду выступать с осуждением того, что оркестр играет для граждан в осажденном городе. Это прекрасно, хорошо.